улица Горького, по-новому Ильенко. Дорогу доделали. Красота, асфальт. Я как автомобилист балдею от этого. Просто радуюсь. Вот есть одно но. Опять же, как автомобилист, я, возможно, и радуюсь тому, что вот конкретно на вот этом пешеходном переходе убрали лежачего полицейского, сделанного из асфальта. Что, ну, неудобно было. Но, ребята, по бокам два детсада. Это просто необходимо, так как здесь будут и летают автомобили. Опять же, сделали дорогу, но об этом не учли. Хотя они же его срезали. Как-то нелогично все. Не для людей.